В Нижневартовске полицейские устроили погоню за пьяным водителем. Об этом сообщает пресс-служба окружной полиции. Во время ночного дежурства наряд ДПС увидел автомобиль, который петлял по дороге. На требование остановиться водитель ответил ускорением движения авто. Дальше по всем законам жанра. Последовала погоня с мигалками и сиреной, которая закономерно закончилась задержанием. За рулем оказался 23-летний местный житель с признаками опьянения. Освидетельствование подтвердило факт алкоголя в крови. Следом было установлено, что ранее вартовчанина уже лишали прав за пьяную езду. Тогда по решению суда нарушителю назначили наказание в виде общественно полезных работ сроком на 200 часов. Сейчас по факту возбудили уголовное дело. Нарушителю грозит до 3 лет лишения свободы. 6-7 секунд. Еще. Все, идет обработка выдыхаемого воздуха. Так, результаты 1,176 миллиграмм на литр у вас.